дорогие друзья, сегодня прекрасный солнечный день, 10 мая, и я иду во второй корпус на блошиный рынок. Кого я там встречу, не знаю, будет тоже для меня сюрприз. После видео об уходящей натуре в Москве, вы помните, я недавно сделала такое видео, я обрадовалась, встретив молодого художника, поставившего себе задачу запечатлеть уголки нашей страны на полотне. Смотрите, что нас встречает. Вообще замечательные вещи. А вот это вот внизу. Акварель? Да, акварель. Тут тоже запретный. Ой, какой сказочный домик. Да, в Костроме такой дом. Он на самом деле там есть, да? На самом деле есть, да, можно найти. А, то есть у вас вы все-таки стараетесь... 18-й дом, ну еще остался, приближено. Да. Еще есть, и конечно. Вот это вот, да, тоже? Это настоящее, все, да, церковь в Мариинском Посаде. В Мариинском, это какой город? Если туда приехать, она есть. Какой домик... город? Это Чувашия. А, в Чувашии? Да, Посад. Как хорошо, что вы вот уходящие это, да, ну, чтобы убили. Память какая-то оставалась, да. Тоже вот в Костроме такое место. Интересно, а здесь вот, когда рисовал, думал, вообще дом развалился, а оказывается, цветы показывают о том, что там люди живут. Когда калитка открыта, собаки заходят, думаю, никого там нет. Понятно. Там оказывается. Как вы интересно. Ой, у вас я такая очень, интересная очень жизнь. Интересно. Я вас поздравляю с праздником. Удачи вам. Лайф. Посмотрите, какая красота. И я даже знаю, кому они особенно понравятся. О, у нас есть любители. И мишек в том числе. Девочки, привет, привет. Это даже фильм был какой-то, да, рисовала? Женщина одна, да, да, да. С такими огромными глазами. Стала знаменита. А это ваше, да? Да. То есть вы вообще все делаете, и личик, и все, да? Нет, она вот изначально вот такая, как болванка, а потом она кастомится, переделывается, рисуется, получается вот это авторство. Вот эти мои же я сама делаю. То есть основа такая? Да, да. Ну, у вас-то прям как человеческие лица. Потому что работы много там. Да, кожа, все. Ой, смотрите, а ботиночки. Ой, ой, ой. А веночки сколько ваши стоят? По 1000 любой. Да, вот он. Красота. Ну, удачи вам. С праздником и удачи. Наша медная посуда. Ох, какая красота! Подсвечники. Красота. Ну, в основном вещи из Голландии. Здесь старая медь, старая латунь. Немножечко бронзы, часы замечательные, настольные. Вот. Также попадается европейское серебро, которое я очень люблю. Это вот Англия, Шеффилд, это Франция, 950-я проба. Ну, это очень хорошо. 19 век, безумно красивые приборы, сразу себя чувствуешь. Да, да, да. Королевской кровью, можно сказать. Вот. Кофемолочки очень старые. Отличительная черта в том, что в отличие от современных, помол регулируется мельчайший. И этого механизма ничего не сделать, потому что он чугунный. Это уже сделали так на века. А у меня от дедушки, а даже от прадедушки досталась мельница ручная, турецкая. Знаете, как вот, да, так да, вот да, в разные... Как цилиндр. Медная, да, как цилиндр. Ну, конечно. Уже почти не пользуюсь. Это еще надо сноровку иметь. Не только силу, но и сноровку вот так мешать. А здесь просто подошел, да, поставил, да, да, отрегулировал, насыпал. И все, собственно говоря. Да. Как интересно. Да.
Вот. Это уже около 100 лет примерно вещам. Да. И совершенно ничего не будет. Такой уж антиквариат прелестный. Да. Также вот зольники, это голландские типичные зольники с голландской классической росписью Делфт. Вот на дачу кому-то, да? Да, любителям. Сейчас используют как кашпо для растений. С большим успехом на даче и котелки, и зольники. Да. Вот а вот подсвечник вот этот? Подсвечник старенький, 19 века. Это 835-я проба, Голландия. Значит, дорогое. Да. Ну, как сказать, 20 тысяч рублей. Ну, 20, ну, а сколько стоит? Я просто говорю, что это уже раз серебро. 375 грамм. Да. Вот такая вот кружка. Это полкило чистого серебра. Это кубачи, старая работа, очень красивый штифельный узор. Да. Вот, с крышкой. Да, современные уже не встречаются такой модели. Да, ну это у вас как уже магазин антикварный или как музей, да, музейные уже вещи. Одно другому не мешает. На самом деле находятся вещи действительно. Извините, а вот это что такое? Вот это кашпо. Для цветов. Да, кашпо для цветов. Это можно использовать как сахарницу тоже. Это миниатюрный зольничек изначально. Вот. Сейчас уже используется для фиалочек, для сахара на кухне. Кто на что горазд. Спасибо огромное. А вашу фирму мне где-нибудь посмотреть? И вы бываете только здесь или где-то еще? Мы бываем здесь, мы бываем на Блошином рынке. Где, в доме? Или в Овчинниковском переулке. В доме, понятно. Да. И также у нас можно найти... Ну, там часто бывают, да. А я там, кстати, давно не была. А вот и на Тишинке давно не была. На Тишинке я тоже давно не была и вряд ли буду. Так, а вас как зовут? Анна. Анна, можно вас... Ой, ну спасибо. Вы как не хозяйка Медной горы, но хозяйка чего-то медно-серебряного. Спасибо. Спасибо вам, всего хорошего, удачи с праздником прошедшим. Здравствуйте. Ну, вот я встречала свою знакомую Галочку. И так и знала, что они будут обязательно на этом рынке. Привет! Давно броши не снимала. Посмотрите, какие красавицы. Просто великолепные. Клипсы, броши. Ой, а вот эти какие, да? Посмотрите. Вам спасибо, будьте здоровы. И старая, если для пары надо, у меня еще одна. Какая красота. Целый город. Здесь у продавца все есть. И резной фарфор, и статуэтки, и чайные пары. Ну, например, вот это вот. А, это пиала. 500 рублей. Ага. А вот эти вот чашечки. Сколько стоит? 500 рублей одна чашка. Да. Ну, вообще очень красиво все. А вот эти тройки, это ФЗ? По 3500. Или ИФЗ? ФЗ. Это СССР. Слушайте, ну, конечно. Да, очень красиво. Вот он, ФЗ. Ой, какая прелесть. Ну, она и красивая какая. Из 3500, да? 4500. Ой, какая прелесть, какая прелесть. Ну, да, да. Вот у меня рисунок один в один, только цветы. Но она больше. А даже маленькая мне больше нравится. А петушки сколько ваши стоят? 500 рублей. По 500. Спасибо. Красота. Удачи вам и с праздником. А вот моя пепельница. Видите, она уже по сравнению с рукой намного больше. И эту пепельницу привез
привезли из Вьетнама мои родители. Хоть это и китайское, но сами знаете, что это рядом. Тогда была война, и моего отца посылали налаживать институт во Вьетнаме. И вот под бомбежками они... Тогда была война между Северным и Южным Вьетнамом. И вот под бомбежками... Ну, вот вы видите, это техника Клуазане. Здесь, конечно, уже другие цветы, большие, очень красивые, с эмалью. Ну и, как вы знаете, Клуазане – это древнейшая техника перегородчатой эмали, получившая широкое распространение из-за своих декоративных возможностей. Процесс изготовления очень трудоемок, богатая палитра. Вот. Сюда поставлю. Богатая палитра красок и изысканные орнаменты рисунков, украсившие поверхность предметов, сделали искусство Клуазане бессмертным. Ну, здесь, конечно, уже с потерями, но да, это память от родителей. И у меня есть вот такая ценнейшая вещь. И вообще я вам обязательно сделаю обзор моих пепельниц. У меня их мало, но все они представляют собой интерес. И вот на эти блошиные рынки, ну а скорее всего их можно назвать не блошиными рынками, а антикварными салонами, я и хожу для того, чтобы с историей как-то узнать, какие есть предметы, как в музей посмотреть. Ну а если мне попадаются именно продавцы-коллекционеры, которые хорошо знают свой товар и могут много рассказать интересного о нем, ну, это вообще счастье. Вот для этого, да, я часто и хожу, потому что покупать все нет возможности, ну, а смотреть какие-то распаковки товаров, какие делают, ну, зачем? Нет, я лучше пойду на блошиный рынок, и там... Все это увижу собственными глазами и даже смогу потрогать это все. Нички. Посмотрите, какие браслеты. Обалденные. А на тишинке вы не будете? Да? Будете тоже. А, хорошо, кто вы? Гусеничка. Гусеничка. А я, кстати, первый раз вас там и видела, на тишинке. А какие бусы у вас, господи. Арбузики. Ладно, удачи с праздником. До встречи. До встречи, мои дорогие друзья! Всего вам самого хорошего, весеннего настроения и удачного дня!